Для Захара Мозина из школы номер 17 этот учебный год последний. Чемпионат по мини-футболу для 11-классника – возможность выжить максимум спортивных побед, которые помогут в достижении целей после выпуска. У нас команда вся состоящая из футболистов, и мы ставим перед собой самые высокие задачи. И мы стараемся быть самыми сильными и доказывать это на паркете. Мы акцентируем свое внимание на работе с мячом, потому что в мини-футболе это очень важно. И наши тренировки все состоят в основном на работе с мячом. Где-то мы уделяем большое количество времени домашним заготовкам. Это в футболе всегда нужно, всегда должно помогать. Поэтому все, что мы делаем, оно нам должно помочь в играх. Городское первенство по мини-футболу проходило по четырем категориям. В финале возрастной группы 2006-2007 годов 17-я школа традиционно сражалась со школой номер 14. На протяжении всего матча команды шли вровень. К концу основного времени подошли со счетом 3-3. В серии пенальти школа номер 17 вырвала победу 3-0. В городе, да, очень развит мини-футбол именно. Ребята занимаются в спортивных школах. Занимают очень высокие места на российском уровне, на областном уровне. В группе 10-11 лет тоже выиграли спортсмены из 17-й школы. В возрасте 12-13 – школа номер 12. С 20 по 23 ноября победители муниципального этапа поедут на зональные соревнования в Арзамас. Если там удастся занять первые места, ребята пройдут на область. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».